И снова здрасте. Так, дробаш или автомат? Ну, пусть будет пока автомат, хотя я бы предпочел дробаш. Снова играем в Left 4 Dead 2. Старый, добрый, не стареющий и вообще классный. Жирный, 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 пассажирный. Минус громила. Громила. Что-то у меня с пингом не очень. Громила минус. Ты куда лезешь? Со спины напасть. Подлый. Ты не знаешь, что это подло так делать. Надо перезарядиться. Осторожно. Они сзади. Куда? 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 Удой. Назад. Так, погодите. Кто-то пытается что-то сказать. Минус. Хорошо. Ой. Блин, это наш. Драмила! Да идите вы нафиг со своим драмилой. А ты кто? Это ты курильщик? Перезаряжаю. Курить вредно. А чё, чё? Я не могу запрыгнуть на машину. Дробовик. Ладно. Я не могу я без дробовика. Хочу дробовик. Релодинг. Taking fire, need assistance. I'm gonna go take the bomb. Yeah, I'm gonna go plant the bomb. I'm gonna go plant. Gonna go plant the bomb. Это там кто-то пытается сказать. Кто-то микрофон врубил и пытается что-то рассказать интересное. Ой! Ой! Давай, отбивайся. Ты толстый. Ты толстый, ты справишься. Да ладно, я ж попал. И опять попал. А ему пофиг вообще. Какой-то парень интересный. Ему на все насрать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ты что, дурак? Да ё-моё. Уйди, уйди, кыш. Надо перезарядиться. Надо. Перезарядиться надо. Куда? Куда? Что, осторожно-то, он на меня бежит. Я и так уже. Да кыш. Да ладно, я же серьезно не попал. А почему они вываливаются из комнат? Мы же комнаты зачистили вроде. Эй-эй-эй, дамочка. Не лезьте, куда не просит вас лезть. Куда? 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 Гражданин, ваши документы. Охрана из будки. Документы ваши, пожалуйста. Кыш. Так, а как они туда залезли? А, они там прибежали. Карта незнакомая. Как его телепортит? Или это у меня так все плохо, или его телепортит, я так и не понял. Его телепортит, сюда. Натурально. Вопрос только в том, у меня это все плохо или у него. Что за вопли? Ушки! Ну, возьмем автоматик. Какая-то
Хотя, конечно. Да куда? Вот какая мразь. Стреляй в нее, стреляй в нее! Кого? Спасите! Я ранен. Помогите! Давай поднимайся, рабочий народ. Пора нам зомбей всех порубать. Видали и похуже. Лучше бы пускай. Погодите секунду, я подлечусь. Лечитесь давайте, ребята. И погнали. Вот и я про то же. Про что же? Про то, что лечитесь и погнали. Так, ну что, тут надо, как говорится, учиться стрелять потихоньку, а то что-то как-то я стреляю не очень. Погнали. Пистолеты-пулеметы, кстати, тут интересные. Они мне нравятся. Особенно вот этот без глушителя. Он, по-моему, кучнее работает, чем тот, который с глушителем. Но я не уверен. Куда? Опа. Куда? А ну отлез от меня. Скорострельность какая жесткая, ну. Постоянно патроны кончаются. Прекратить что, защищать тебе? Померла вроде. Уходим. Иди нафиг. Вали отсюда. Ну как-то пострелял плюс-минус. Ведьма. Я не попал по ведьме. Я зажал, она там была вроде в кустах, куда-то зажал, какая-то кровища летела, но, видимо, я не попал никуда. Я ее, ну, прямую не видел. Особо зараженная. Это вообще кто? Так. Давайте я бинтонусь на всякий случай. Так, что у нас тут есть? У нас есть такой же автомат. Еще у нас есть Дигл. Старый добрый. Он старый добрый или как? Да куда? Ну-ка. Что-то он не такой уж и старый добрый. Ну-ка. Ну, вроде как валят. Но попадает хреново. Перезаряжаю. Ну. Что-то у него с точностью не то явно. Привет. Здрасте. Перезаряжаю. Ух как. Жакей! Ничего себе! Он на нем верхом скачет! Кто на ком? Вы о чем? Вы там что делаете? Вообще я даже не хочу спрашивать, что вы там делаете. А у Дигла тут с точностью какие-то проблемы. Драмила! Здорово! Как дела? Привет, Драмила! Драмила. Что у нас здесь есть интересного? Пистолет. Пистолет. Ну, возьмем пока этот пистолет. Эй! Потому что Дигл что-то как-то он... Все разбирайте зажигательные патроны. Вот оружие. Ну-ка, посмотрим, что у нас это такое. О, автомата Калашникова. Кто там? Кто там? Эй! Я тебя видел. Ты где там? А, свалился.
Минус тетка. Ведьма. По-моему, это пистоль. Поточнее все же будет, чем этот вот гигл. Девочка, мне перезаряжаю. Че ты за брюхо держишься? Хе-хе-хе, башку выстрелил, он за брюхо держится. А, тут если присесть, точность выше будет. Не. Оу. Ой. Ой. Кошмар какой. Ну, точность хорошего пистолета, пулемет. Мне нравится. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. И минус, тюк-тюк-тюк, и минус. Калаша, по-моему, очень большой разброс. С него стрелять неудобно. На ходу так и вообще. Из этой штуки на ходу неплохо можно стрелять. Еще раз попадешь по мне, можешь готовиться ко встрече с Господом. Ну так ты же стоишь и ни хрена не делаешь, что ты бузишь, мужик, серьезно, вот, ну блин. Шприц с адреналином. Не понимаю я тебе. Опять ведьма? Ноет. Где она там? Будем ее валить или не будем? Ну ее нафиг. Ууу, оружие. Есть дробаш, дробаш. Ну ладно, я потом возьму дробаш. Я обожаю дробаш. Я слышу, в этой игре. Дробаши, они вообще рульные. Дробаш это всегда рульная вещь. Как дал, так сразу от души. Кто? Блевня эта зеленая. Тихо. Что, кто, где, куда, кого? Мужик. Мне нужна помощь. Мне тут нужна помощь. Да ладно. Я же его завалил. Я тебя не понесу. Вставай. Я тебя не понесу, да. Ты жирный, толстый, а я девка маленькая. Спасибо. У меня даже автоматик маленький. Хватит дергаться. Я так тебя не вылечу. Хватит дергаться, падла. Я тебя так не вылечу. Погнали. Олик. Таблетки хоть взять, хоть что-то должно быть с собой. Я вылез. По лесенке наверх. Господи, как все засрали. Ужас. Кто это все убирать будет? Охотник. Так, что у нас там далее? А далее у нас... У-у-у. Горки! Воу. Куда ты полез? Дурак, что ли? Ой, как меня забаговало, залаговало. Минус. Хорош. Куда? Здрасте. Так, а куда дальше-то, ребят? Вы в курсе, нет? А где они вообще? А, вон куда. Все, я понял. Я уже иду. Несу свой маленький автоматик. Кстати, здесь что-то есть. Калаш. Калаш, блин, я не знаю. Серьезно, я не знаю. Из этой штуки я на ходу стреляю. А из калаша вряд ли так получится. Да ладно, я тебе спас. Что за звуки? А нам куда? А что происходит вообще? Остановить карусель? Да где ее выключить-то, господи, прости.
Не надо на меня падать. Не надо на меня падать, не надо на меня бросаться. Ой, у меня один патрон. Уйди, женщина. Бывшая женщина, уйди. Ой-ой-ой. Да выпустите меня там, это ядовитая хрень. Вы не понимаете, что я ХП теряю? Вы знаете, что такое ХП вообще? Вы в своих зомбических жизнях вообще хоть что-то знаете о компьютерных играх? Эй, ой, ой! Да иди ты! Вы выключите или не выключите, ребят? Это кто был? Это что было? Ты охренела, что ли? Да они просто наглые. Погнали, нужно валить этого. Да ё-моё! Надо перезарядиться! Так. Теперь нужно лезть вовнутрь. Помогите! Так, закинемся таблетосами, пойдем смотреть, что там произошло. Что за вопли, крики? Блин, а это что упал? Хватит падать. Так, у нас здесь кто-то упал. Ну что же ты наделал? Да, ну что ж ты наделал? Это была его профессия. Здрасте. Че лежишь? Да ты вообще прям как пиндос. Вставай! Попердокль, сракаль, пошли. Вот катана. Катана, это я возьму. Чу. Да блин! Сука! Ну это просто... Да, я не знаю, что сказать. То есть нам обоим кирдык, мы здесь не это самое, мы никак не... Не вытащим. Как-то вот так. То есть, ну просто, блин, ну я не знаю. Во-первых, вот я не понимаю, как здесь этот курильщик мог меня вообще подобрать. Он не мог меня подловить здесь, это бред. Он не мог меня подловить здесь. Это вранье. Ты привлекаешь зомби. Ты привлекательный. Хорошо, детка, не надо меня... Дальше. Гражданин. А ты кто? Куда ты лезешь вообще? Ты что такой нервный? Перезаряжаю. Да, вы с тылу хотите обойти, да? А вам не пришло в голову, что я сам вас с тылу обойду? Да куда? Да еп! Ну вот как? Ну вот где? Ну что происходит? Да, конечно. Вот я не понимаю, что здесь с обзором. Что здесь с обзором? То есть они все время как-то в слепой зоне у тебя находятся, эти зомбари. Тут лежит оружие. О, у меня два пистоля. Ты мертвый? Ты тоже мертвый? На всякий случай. С углом обзора тут что-то не так. Как-то не эдак. Что там такое? Ножик. А что вы здесь делаете? Кино-то уже кончилось. Шлеп. Упали. Погнали. А это кто там? Он типа руки за голову, да, что он сдается? Ну, я не заметил, я... Оружие отлично. Оружие отлично. Оружие такое себе. АВП, АВП, ребята, АВП. АВП жжет. Но только против толпы зомбей. АВП. Взял шприц.
Да, я стреляю вот в этого чела, который охотник. Ну, пока с этой хренью буду бегать. Тебе говорят, осторожно, дура. Куда ты лезешь? Так, лучше взять гранатку. Да идите вы к черту от меня. Да я не в тебе стреляю. Если это, конечно, мне было сказано, я вообще уже перестал понимать, кто с кем тут общается. Хватит, не хватит. Надо бинтануться уже, что-то я как-то слабо себя чувствую. Блин, мы слились, позорище. Эй, осторожно. А ты понимаешь, что у тебя за спиной... За спиной хрень. На вопящем дубе? На сучке вопящего дуба? Ты чё, это из этих, что ли? Так это называется, кто с овощами, там, с деревьями. Где-то поблизости громила. Вон он. Жокей. Громила. Жокей. Где? Минус жокей, хорошо. Молота. Перезаряжаю. Бензопила. Не! Бензопила! Чё? Вот катана. Вот так! Не! Пошёл экшон! Пошёл экшон! М-ка. Осторожно! Всё, осторожно, они первые начали. Не! Да ё-моё, вы заколебали меня уже тут. Идите все нафиг от меня. Ня. Хелп. Вы что делаете? Блин, вот кто этот дурак? Я не знаю, но он просто не прав, этот человек. Категорически. Я сейчас сгорю просто потому, что меня сожгли свои. Но это просто, я не знаю. Нас спасает Джо. Джо, ты, конечно, крут. Буду быстрее бегать. Яйцеслав Зальцев. Ну чё? Блин, а нам до укрытия еще как до жопы. Имеется в виду далеко. Не-на! Полез он. Думаешь, у меня хп мало, все, можно теперь? Сейчас я подлечусь, блин, я вам всем сейчас. Так, что у нас тут еще есть? Таблетосы взять на всякий случай. Дроны взять. Оу! Да, я стреляю вперед. Назад я не стреляю. Куды? Куды? Что, Рошель? Кто из них Рошель? Мишель? Мишель, он Рошель или кто? Или где? Я вот пытаюсь понять, что вот Рошель, он Мишель или Мишель, он Рошель? И вообще, чего от меня хотите? Погнали. Вот чел, походу, знает, куда идти и что делать. Поэтому пойдем за ним.
Ой, это ведьма, ведьма, ведьма. Это ведьма, я не разобрался, блин. Ой, я тупой. Эх. Да. Мне еще учиться и учиться в эту игру играть. Писклявая музычка на фоне. Яйцебас. Прикольно. Иди нафиг. О, жирный. Жирного надо валить с дистанции. Его в ближнем не вали, он тебя блеванет. Хэть, 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 хэть. Давай, 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 толстый. Рубай их всех. Кашу. Им главное добраться до убежища. И тогда мы как бы все воскреснем. Из мертвых, из раненых, из всех воскреснем. Если кто-то доберется до убежища. Да никто не доберется, по-моему. Чувак что-то как-то не очень. Его сейчас завалят. Себе под ноги, да? А, все. Вот и все. И мы сливаемся повторно, блин, днища. Фу! Ну ладно, я рак, мне можно, я новичок в этой игре. Мне сливаться можно. Но вы-то куда? Вы же опытные вроде как ребята. Этот вообще знал, куда идти даже. А я вот это самое, не знаю. Я имею право не знать, я тупой. В этой игре. Так-то я не очень тупой. Взять обратно свой любимый дробаш. А, он нас закрыл здесь, типа, и пошел один. Тетка. Не. Уды. 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 Я вас сейчас из всех углов повыкуриваю. Выкурил из всех углов. Зажигательные патроны? Давайте посмотрим. Чё ты там по стеночке-то жмёшься? Нашу. Да ё-моё! Да что происходит? У меня два пистоля. Да блин, вон же он, стреляй, ёлкин косты. Куда ты пошел? Козел, а? Думал, убежит. Так, я что-то уже использовал. Ладно, погнали. Здесь есть оружие. Это круто. А во, он уже сдох по второму разу. Ну погнали, король еды. Мы тут короли сливов, походу. Сливаемся как днища. Эй, тут есть пушки. Чё за пушки? Я возьму автомат. Чё ты возьмёшь? Мне половину. О, вот этот дробаш может взять. Он, по-моему, быстрее стреляет. Более модернизированный, блин, более модернизированный, да. Более современная хрень какая-то. Бэнкш пробегает мимо двери, чудо. Куда? Красиво прострелил. Да господи, вы издеваетесь надо мной, что ли? Второй раз уже. Кидают под меня эту чертову хрень зажигательную. Вы кончены или где? Я сейчас вас начну бить ногами по лицу. О, да. Да я и не стесняюсь особо. Чё стесняться-то? Иди ты со своими вопящими деревьями, ты чокнутый. Тебе надо в психушке прокатиться, я не знаю, на этой, на каталке, на санитарной. С уткой под жопой и со второй уткой на башке. Вместо шапочки из фольги.
может быть. Ха! Лоб и шуш. О, я кого-то грохнул. А его надо было валить? Куда ты, жирный? Что у нас здесь? Автомат. Гранатомет. Куда? Напасть пыталась. Нападение на должностное лицо, на госслужащего, на сотрудника охраны, блин, из будки. Вы что, охренели все, что ли? Опять они что-то подожгли. Говнище! Но я успел выпрыгнуть. Беру самодельную бомбу. Да, беру самодельную бомбу. Иди отсюда. Здесь боеприпасы. И автомат с глушителем. Но у него разброс, по-моему, больше, чем у того, который без глушителя. Где, кто, что, курильщик, куда? Курильщик. Наглухо! А, блин! Вот так это делает дробовик. Погнали. Тогда через крышу. Здесь есть боеприпасы. Куда? Дробовичок. Меняем. Чувак, тебя там зомбариха бьет. Нормально все? Осторожно. Да я понял, осторожно, все, осторожно, да. Осторожно, я вас понял. Минус нога. Оу! Куда? Куды? 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 Ничего себе! Взвился, падла! Ой! 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 Эх, со второго только попал. Погнали. Нам наверх по лесенке, я так понимаю. Я уже дорогу начинаю запоминать. Начинаю дорогу запоминать начинаю. У тебя башка в текстуре, чувак, ты в курсе? Дайте мне патронов. Я еще продержусь. Так, этот дробаш, он, по-моему, быстрее стреляет, но по урону, я не знаю, или по точности. Что-то где-то он проседает. Что, погнали? Уды! Кого его? Вы где вообще там? Да ё-ма народ! Стрелять вы будете? Нет. Оставил на 5 минут. Болевальщица, где она? Валить ее. Остановите карусель. Ну пошли, остановим карусель. Сейчас опять начнем рассыпаться и опять сольемся, потому что одни там, другие здесь. Ой-ой-ой. Стреляй. Я напугал ее. Блин, я ее вообще не трогал.
Прикройте, пожалуйста. Пожалуйста, прикройте. Пожалуйста. Пожалуйста. Не прикрыли, пожалуйста. Там целая толпа бежит. Ну и хрен с ним, пусть бегут. Да блин, кто из них зомбарь? Шел вон. Давай, 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 давай. Дайте мне аптечку. Они мне нужны, эти аптечки, постоянные, позарез. Возьмем более свеженький. Ну чё, блин, прошли такие кое-как, но, блин, мы не дошли до конца. Это жесть, это жесть. Не дошли еще до конца, по сути. Блин, я стреляю, просто ужас. Убогая стрельба какая-то, движения тоже такие себе. Туда-сюда как-то непонятно, стрейфы слабые. Все как-то, блин, нет того порядка, который должен быть, когда ты вот уверен, что ты играешь постоянно, стреляешь постоянно. Ну и кому-то я оставил, чувак. Минус тетка. Гитара. А, типа, можно гитары же тут валтузить всех. Кстати, в Paint the Town Red то же самое, можно было гитарой всех хреначить. Черт, охотник. Нахрен охотника. Где? Сдох, бублик. Ну, слава тебе, господи. Пошли дальше. Курильщики всякие, наркоманы. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Хьюстон, у нас проблемы. Ну, против такой огневой мощи она, конечно, устоять не могла. Это жесть. Те в упор подошли и расстреляли. Видимо, так их и надо убивать. Я вообще не знаю, какая тут механика у этих ведьм. То есть, как оно работает, эта вот ведьма. Я в нее выстрелил, она на меня набросилась. Я в нее не стрелял, она на меня набросилась. Минус тетка. Пистолет. У меня уже два. Пис. Кошак за палец кусает. Прикольно. Пись, да, ребята в чате даже пишут. Пись. Это был не я. Это был не я. Эту херню не я придумал. Блин, мы теперь не можем спуститься. Погнали. Там пацан уже все зачистил. Нормально. Кто на ком? Кто на ком куда скачет? Ты вообще о чем, тетенька? Куда? Что ты делаешь, что тебя подери? Стреляю я. Или это не мне был вопрос? О, вертушка. Мы можем свалить, да? Не, вертушка куда-то улетела. А нет ничего интересного? Кому-нибудь нужны таблетки? У меня уже они, видимо, есть. Что за рычание за углом я слышу? Тут что-то рычит. Анкетка! Что, не ждал, да? Такой огневой мощи-то. Когда он под фокус попадает, тут вообще они испаряются хорошо. Но нужен фокус.
А чтобы был фокус, нужно, чтобы команда была. А так как тут люди играют разные... Где? Кто? Что? Перезаряжаю! Осторожно! Куды? Эть! Куды? Куды? Эть! Эть! Блин, у меня патроны кончились! У меня патроны кончились! Опасность, опасность, опасность! Да кто там падает? Что происходит? Чё, в чем я застреваю? Я в чем-то застреваю постоянно. Просто идите по рельсам, и мы доберемся. Да я просто иду по рельсам. Только это не просто. Шел он. Слезай. Сейчас свалюсь. Тетка, 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 уйди. Да, 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 конечно, конечно, так все и было. Оп! Куды? Осторожно! Эй, мы же команда! Идите по рельсам, ребята! Идите вы сирену! Чёрт, бежим! А, это уже не опасный зомбарь. Вот поэтому не надо брать АВП, что в таких боях она бесполезна здесь. Чё ты сделаешь со своим одиночным режимом? А как до него добраться-то теперь? Уйдите от меня! Вы видите, что я пытаюсь понять, как добраться до нашего человека. Боеприпасы. Перезаряжаю! Все разбирайте зажигательный патрон. Беру аптечку. Что, погнали? Убежище! А, мы уже до убежища дошли. Ну, слава тебе, Господи. Давай, 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 давай. Хорош. Да, здесь нам реально повезло. Какая-то фигня просто. Как? Чего? Куда? Где? Чего? Почему? Для чего? Я вообще не знаю, что сказать. Да, еле-еле душа в теле, но как-то проходим каким-то чудом. Но противник реально силен. И это я играю на среднем уровне. Нормальный уровень средний. И, блин, я вам так скажу, жестко. Жестко бьют. И пока дробаш спасает. Так, есть патроны. Мне нужны патроны, потому что у меня постоянно патроны заканчиваются. Тут 10-7, тут 10-7. Почему 10-7? Я не могу патроны взять. В чем проблема? Не понимаю. Патроны. Теперь сменим дробовик. Теперь опять сменим дробовик. 9 патронов. Что за фигня? Почему у меня 9-7? Как так-то? Блин, к этому нормально патронов. Ладно. Не берите вы эти снайперские винтовки. Ну серьезно, что вы с ними будете делать? Куды? Перезаряжаю. Погнали. Куда дальше-то? Опрокинул тетку. Пошли дальше. Кстати, а куда дальше-то? Вот вопрос актуален все еще. Куды?
Какого клоуна? Где клоун? Это метафора или реально клоун? А, вот клоун. Курильщик, где он? Осторожно! Где он, курильщик ваш? Сдох бублик, что ли? Я не очень понял. И что-то горит. Катаемся. Блять, я форсаж смотрел. Что, смотрите мне. Я жесток за рулем. Да идите от меня к черту уже! Иди отсюда! Ну вот, блин, дурак тупой! Да ё-моё! Да вою ты мать! Блин, из-за одного этого обмутка зомби, блин, тупорылого, который во мне запутался, блядь! Забагованное чмо! Достали уже! Урод, идите нахер! Пипец просто! Блин, он тебе не дает двигаться, падла! Сука! Вот же говна кусок, твою мать. Тут гитара. Всем уродам звездюлей. Кстати, мне нужны патроны. Гитара мне. Уходя, гасите всех. Где ведьма? Подходим в упор и, блин, со всех стволов ее складываем нахер. Куда? А, у них здесь ведьма-то. У них ведьма. Они ведьму разозлили, блин. Бакланы, твою мать. Просто пипец какой-то. Просто пипец. Они, а, блин. Команда, блин, мечты. Взяли, просто разбудили ведьму. Разозлили ее. Зачем? Почему? Для чего? А хрен его знает. Хотя я, если честно, вообще не понимаю, как работает механика этой ведьмы. Так что... Дефибрилляторов, кстати, тоже нет. Нет дефибрилляторов, меня поднять не могут. Что такое, а? Как так-то? Я протестую. Выражаю решительный такой вот протест, прям вот. Блин, ее смотреть неинтересно. Бегает, бегает что-то. Этот биткой всех молотит. Патроны экономит. Клоун привлекает к себе зомби. Обосраться, блин. Клоун привлекает к себе зомби. Давайте быстрее уже до убежища, ёлкин костыль. Быстрее! Обкекались, теперь вот шевелитесь. Я, кстати, погиб героически, защищая товарища. От этого жирного ушлепка, как его там, Драмяра, Драмила, Громила, во, вспомнил. Эй, тут боеприпасы! Планопотам, блин, монохоботный. Вот от этого чучела шерстяного я его и спас. Чё это за е-е-е? Чё, Жакей где-то бегает? Я нажал её. Кого? Вот они. Кого ты там нажал? Зажал. Тут, кстати, вот курилец нарисуется, и он попробует утащить его. По-моему, так было. Мне что-то запомнилось, когда я первый раз бегал. Вот, а вот с той крыши они сваливаются, оттуда откуда-то курильщик вылезает. Тыщ, 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 тыщ. Да, лезут со всех сторон. А вот вам еще один ствол бы сейчас не помешал, если бы балбесы не разозлили бы ведьму. Вот я бы сейчас был бы рядом с вами. И защищал бы вас героически. Ворота открыто. А, им нужно волну закончить по-любому. Они не пробегут через нее. Хотя, с другой стороны, волна закончится, если они не побегут. Это тоже, кстати, вопрос интересный. Погнали. Волпусти их всех. Дыш, дыш, дыш. Нам-на. Шамлин, шамлин. Ну, вот здесь бы я пригодился. А вот хрен.
Дынь. Битый заколотил охотника. Нормально. О, еще один куда-то побежал. Вон, иди драмил ували этой хрени. Вот так. Теперь его еще поднимать придется. Один уже лежит. На ногах двое. О, поднял. Сзади, сзади, сзади. Куда он возвращается, не понимаю. А, курильщик за спиной. У тебя курильщик за спиной. Надо перезарядиться. Прорывайтесь, прорывайтесь. Вон убежище уже впереди. Вам нужно в него залезть и закрыться. Не, он будет героически отбиваться, пока не помрет. Он, видать, в чевалре переиграл, теперь он огнестрел не пользует, только рукопашкой. Рукопашкой, рукопашкой. Стрелки все сволочи. Быстрее закрывайте сраную дверь. Все. Чего? Танки, хренулянки, еще какая-то фигня. Так, я могу взять другой дробовик? Патроны-то к нему будут? Дайте мне... Кто это вообще? Ты вообще о чем? Он говорит пополам, половина на русском, половина на английском. Ну, кстати, пистолет, пулемет есть. Можно его взять. Куда, тетка? Пошла вон, тебе говорят, осторожно. Давать не собираешься? Смотри мне. Так, мы где? Эть! Лежать! Чё-то тупой не понимаешь, что ли? Русских слов не понимаешь? Эть! Куды? Куды? Ищ! Минус башка. Зачем? Чтобы они набежали на нас и всех нас завалили? Ну что там, все готовы, не готовы? Я пойду патронов возьму на всякий случай, где тут должны они валяться на сцене. Он адреналин. О, кстати, первый дефибриллятор, там, где он нафиг не нужен, по идее, уже. Не, ну, в принципе, он может и здесь пригодиться. А патроны где? Здесь же на трибунах где-то всегда валялись патроны. А где они? Алло? Обычно тут валялись патроны. Ничего не понял. Там и оружие валялось, и патроны валялись. Патроны валялись, и оружие валялись. Все валялись. Куда? Куда? Ой, это наш. Куды? О, да, куды? Куды? А ты куды? Да блин, что я мажу-то так? Господи, что со мной не так? Где это обливальщица-то? Она там где-то? Ее уже завалили. Где? Что это такое? Ты чё, бессмертный? Ну, он думал, что он бессмертный.
Куды? 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 Курильщик выводит из строя кого? Да откуда ты тут высралась? Лежать. Блин. Дебриллиатор — это прикольно, но тут были копища оружия и этого самого. И патронов. А где они все? Да блин! Все, танк кончился, погнали. Опа. Да это прикольно, что ты громила, я понимаю все, что ты громила и все такое. Алло! Э, придурки! В смысле, союзники мои, дорогие, любимые, быстрее, сука, они с той стороны бегут! Твою-то мать! Да блин! Помогите, сука, кто... Давай, у нас нет на это времени. Вставай! Блин, у меня точность никакая! Давай поднимай его. Да ё-ма народ! Вы издеваетесь надо мной. Мне нужно что-нибудь обезболивающее. У меня нету патронов. Воды. Да в рот мне ноги. Ты кто? Уйди, женщина. Я не вызывал. Блин, там этот ваш танк беспредельничает. Где тут у нас оружие, боеприпасы? Оно где-то же должно быть. Кажись, завалил. Кажись, завалил. Под фанфары фейерверков. Под фейерверковые фанфары. А где вертушка наша? Нам нужна вертушка. В прыжке. Я, это не я его грохнул. Блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, спина, 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 спина. Я героически один улетел, что ли? Они все погибли? Ой, блин, это ж хреново. Вот я сволочь, а? Вот я сволочь!
Ой, блин, вот я гад! Какая ж я мразь! Какая ж я мразь! Я бросил товарищей и просто... Просто их бросил. Блин, это я падла, а? Сука! Да, нельзя быть такой мразью, ребят. Так не делайте никогда. Надо товарищей своих защищать, спасать и вообще... Блин. Как так-то я Ой, блин, это я плохо сделал. Ну, вообще весело, как всегда. Блин, эта игра такой драйв дает, такая веселуха. Ё-моё! Класс просто. Но играю я все еще так себе. Так себе. Надо учиться. И товарищей бросать нельзя, да. Ну, он точность тоже 23% всего лишь. Выстрелы в голову все 17%. Ах, показатели такие себе. Хуже негде. Вот. Зато весело. Блин, ну реально весело. Блин, что надо? Нахрен этот сдался, этот, как его? Как он там? Back 4 Blood. Нахрен он нужен? Вот игра. Вечная. Бессмертная. Не знаю. Что еще надо кому? Не понимаю. Вот, вот игра. Вот он, кайф. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Будем еще веселиться. Не будем больше бросать друзей. Это нехорошо. Прописывайтесь на канале. Вам все равно, мне приятно. Проставляйте с лайками. Читайте предыдущий пост. Всем здоровья, денег. Всем пока.